Дизайн и мода, ремесленные производства, изобразительное искусство, литература, издательство. Креативная индустрия в регионе набирает обороты. Отдельные бренды Самарской области уже обрели известность и за ее пределами. В 2016 году Ирина Шарова с мужем основали свой бренд ювелирных изделий. В этом году, заручившись финансовой помощью от государства, супруги решили открыть новое направление – производство станков для изготовления бижутерии. По словам Ирины, система поддержки предпринимательства, которая существует в регионе. Это ресурс для продвижения не только себя, но и своего родного города. Я сейчас отношусь к этому как к ресурсу, который на самом деле мы отличные люди для того, чтобы этот ресурс направить именно на нас, потому что он должен быть потрачен на что-то реальное. Он должен быть выдан, вся эта помощь должна быть выдана людям, которые активные, которые хотят продвигать Самару, которые любят Самару. И это мы. Так что я думаю, мы в том месте, где нужно. В этом году для предпринимателей креативной индустрии начнет действовать грантовая система поддержки. Для того, чтобы обсудить нюансы и ответить на вопросы, с предпринимателями встретились представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций сфокусирует внимание именно на этих приоритетных направлениях, поскольку действительно видим потенциал в первую очередь для развития экономики, для развития бизнеса в этом направлении, и формируем прицельные меры поддержки. Подобные встречи бизнеса и власти проходят на постоянной основе. Сегодня господдержке предпринимательства в Самарской области уделено особое внимание. Галина Топилина, Николай Епифанов, «События».